что, Витя зайдет или он ушел, я не понял. Ну он что-то сказал, а, отойти ему надо. Мы, блядь, убьем и так нахуй. Давайте ебашите. Всегда по бафам хуйка. Лёха, а покала тебе не надо? Yeah. Пока не надо. Мне надо. Анрола пока. Пока приор есть, Лёх забрал бы лучше. Анрол, ёбан. Не, я забираю Т5. Забираю пока. Буду тебе... Блять, воит нахуй. Выключай свой синдром друида. У тебя он баланир есть, всё, сиди, радуйся. Тебе точно, тебе точно не отдадим, воит. Слушайте, я так понимаю, никому не нужно этот самый, как его, тешка, да? Героическая махилация. Да, она не упадет. Да, она не упадет, так что не переживай. Ну а кому-то надо вообще, она нужна? Она нужна всем, блядь. Там плащ такой кастерский вкусный падает, по приору вроде позволяет. Анрол. Но там Алексей спереди. Я заберу, ты знаешь, что я его заберу. У меня 260-й плащ я заберу, блядь. Но там Алексею повыше сидит. Волонир, чтоб больше, волонир. Я плащ заберу, у меня 64-й заломан. У тебя приора. Да, кастерский, Навара? Да. Ну, я кастерский. Можешь в окно головой вниз выпрыгнуть. На успех. На холи вара. На успех, на холи пала забыл. Ребят, у тебя приора нет, не переживай. Сейчас найдем, ебану, сейчас начислим. Сейчас начислим. Понял, нахуй. А что ты думаешь, он вчера сидит такой, я себе 2000 ЕП дал, потому что он где такой, там люди сидят, он такой, бля, палево, пизда, берет себе обратно, убирает такой. Типа, ничего не было, никто ничего не видел, блядь. А кто плащ? Во тьме еще будет, кроме меня, хилить? Кстати, а по плащу... Я знаю, Джандис и Друид Инвалид. Плащ же еще ни разу не падал, да, по-моему? Падал. По-моему, в самом там начале, и то не факт. А, могу путать с другим. А сколько интеллекта дает иллюзия на палке у тебя? Бля, ну, Леха, ты же у меня плащ заберешь, да, если я выпадем? Я все заберу. Ну, ладно. Так, а ты, подожди, а ты 5 напала как бы? Тоже заберу. Тоже заберу, да? Не, Лехе надо апнуть, мне кажется, 4 куска. Потому что, блядь, если хрендинг будет когда-то отсутствовать, он может, блядь, заебись. Да не, плащ, я уступлю что-то. Я а то что, мы всегда будем БС и ОКЗС переносить, типа, что хрендинга нету, блядь. Не, ну, бля, я не спорю, что Лингруну-то 4 куска-то надо, блядь. Я что, возражаю, что ли, сижу? Как говорится, все равно весь шмот не залутаешь за раз. Ну да. Потихонечку, помаленечку оденемся. Да, только на этом, когда я перчатки забираю, я опять по приору в говне сидеть, блядь. Ну если вообще что-то упадет. А то вдруг напало на шамана, ничего не дропнется. Ты мне что-то... Не, ну... Только мы сколько убиваем слепца, и, по-моему, там всего пару раз перчатки шампал руна не падали. Вообще, сколько мы раз его убиваем? А кто третий танк? Вдвоем затанчите. О, хотите, я принял. Охуенно вы придумали. Паладин, рок, шаман меньше всего падали. Перчатки? Да. Охуеть. Съебитесь. Съебитесь, берегитесь. Бля, ебан. Посадись. Ой, Сафа, ты не хочешь пойти в этим похитить? А ты что делаешь? Я вспомнил, что должен на пробу создать ПС-ку по КД. Я аж брусты прожег, когда увидел поиску на себе.
Ну, пизда, ты всегда ее можешь позакидывать холипалу. А я осуждаю такой подход, как бы, ну ладно. Все правильно, все правильно. Хэпалом важнее. А просто пойдем возьму со мной. Пойду, без проблем. Там, правда, бить потом некому будет мобов. Я буду периодически выходить из тьмы. Зайду, выйду, поспит. А Бродок, слышишь, а если ты мне дашь МК, и я зайду во тьму, она сбросится или нет? Да. Да. Да, обновишь, тогда обновишь МК, как выйдем. Захотел, блядь, я магом-то не всегда обновляю. В смысле, каким магом? Тут магов увидим. Трое, которые раньше у нас были. Опа, пошли, пиздец. А, ну магов у нас больше нет, все, теперь моя МК. Там тоже они дронули, там раисты, наверное, очень точно, блядь. Костя прям подъебал его. Друид, съебися! Ну, это я редко свой, пока что. А чё, кстати, на этой неделе не хотите к Арухейн сходить? Нет. Ну, бля, на выходных столько. Ну да, да, да. Там просто, возможно, долгоног бы выпадет. Костя, лови. Такое прекрасное. А нахуй тебе? Ты вот от Юли ушел, я тебя хилю, а частица на ней. Типа ты сам сдохнешь сейчас, потому что от меня убегаешь. Потому что, блять, мне надо их кайтить постоянно, вы заебали. Да не надо, ты лучше стой на месте, мы тебя захилим. Может, Геру дам? Вы уже захилили. На трэш? Ну, типа, я тебе просто, ну, объяснил, что как бы... Юля сдохнет, блядь, и ты сдохнешь, ты убегаешь от меня. Просто стой на месте и все. Два хэпала. С каждого по 25 тысяч. И в секунду на 50 тысяч поднимаешься. Добейте уже. Вали его на пол, ломай ему хвост. Ну откуда мне ебать 50 колды нахуй собирал, блядь? У меня 46 пока что. И да, там, конечно, потом все было. Войт, возьми огненную. Ба-ба-ба-бам. Нормально хуярит. Хук, как дела у тебя? Это наша рука. Чувствую, резко будет веселый. Вангуешь? Да. Проверим. Ладно, я сам тебя вот захилю, только все послучаю. Ромка, вставай, я тебе хилю. Вставай. Бидон, ты АФК был, что ли, или что? Метки. Рэндж. Вот там бомж уехал. Ой, ебать. Диман, тебе столько убил. Почему? А ты там вздыхал, эти щитки не сдох. Пава, объясни хук-мастеру, за что ты мог подал. Не снимай. Бесу не снял, что объяснять? Не снимает исступление. Еще какой-то хилов камбл, по-моему, бидон, да? Бидон или дочка написал. Выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Ну на будущее совы себя точно могут захилить.
Шаманы мы сдохли позорно просто. Слава, он даже не знает, каким ядом снимать. Он прям анестезирующий яд. Надо гайды читать, раз персонажа меняет. Знание персонажа, значит. Но оно по-другому как? Оно не доходит по-другому. Получаешь ГП, идешь читать. А как по-другому? Там вроде он на руку пересел, да? Берегитесь. Между прочим, блядь, в рейде не раз говорили о том, что, блядь, роги нахуй скидывают ядом. Это да. И, блядь, когда он был нахуй на... Ладно, ладно. Там, или всё такое. Давайте не будем заострять внимание. Надо сейчас за 10 минут убить босса и пойти БС. Не мощните. Я еще про БС-ку не уверен. Нету ни притонов, никого нету нахуй. Я хуй знает, кто его убивает. В смысле, это самое? Машинку махать? Что? Блядь. Мардон. Ебаните ему кто-нибудь, блядь, по голове. Машонка, блядь. За 50 ЕП ебану сам себе. Блядь, прикинь, у тебя погоняло не жидки, а Гоша Машонка. Я запомнил тебя, блядь. Я тебе обещаю, блядь. Да хули ты обещаешь? Я святой, ты во тьме, нахуй. Обещай там, ну. Мне обещали сюрприз, я боюсь сюрпризы, короче, поэтому не хочу во тьму идти. Так. Ясно, короче. Ты тьму хилишь, Жандис и Друтен валит. Вот вы втроем хилите. Святу хилю я и два шамана. Дай бог танк уронишь. У меня два шамана, нахуй, мне вообще похуй. Так, и вот дай рыба. Бог двух шаманов уронишь. Дайте кто-то ГБ, а то у меня закончилось ремейшн, друзья. ГП это может. Соответственно, первая пати Юля тьму танчит, Холидринг свет танчит, первая пати тьму дамажит, Святость консилятор тоже тьму дамажите, все остальные свету по хилам сказал. Мне другое интересно, кто трэш танчит? Керус. Кто еще? Призан, ты в свету. А у Керуса спек не хотя, хотя подожди, консилятор, у тебя как ауе дамаг? Нормальный? До 55-х на танка нет смысла. Слышишь, консилятор? Мне похуй. 50 на 50. Ну, короче, ты в свету будешь, призан, ты во тьме будешь. У тебя единственная гера. Ты во тьму пойдешь. Вот. Ты в свету трэш заливай. На мишке будет трэш. Рога и консилятор будете трэш заливать. Во тьме будет святос и призан из второй пати. Вот. Еще раз. Джандис, Мардаунд, Друид Инвалид во тьме. Остальные три хила в этой в свету. Слава, ничего, что у призана гадюка, у мастера этот кружка, и они будут в разных слоях находиться. И ну и что теперь? Да похуй им вообще насрать. Керус, ты трэш танчишь. Кто-то топил за то, чтобы было бафов куча рейдовых, а у нас сосать лежать. А ты... Не, надо, чтобы... Это... Баф. Чтобы гера была. Да поебать. Если не рейдовый баф. Ну, в прямом. Так, сейчас масло. Они только, они только друг друга апают. Как вам рейдовый баф? Ты метки поставь для новеньких. Маслом намазались? Вот кто-кто, Лёха, только про масло. Этот самый. Дай мне ассиста, блядь. Это я как буду ставить-то, ёбаный. Войда потихонечку, короче, вытесняет. Этот самый, распределитесь с рарником, рарнику в ПМ напиши, одна желтая, одна синяя джага, одна аура третья, одна темная, блять, и один этот, и кто первый, кто второй фридом кидает во тьме, Дартис. Чего? Это... Я первый всегда. Вот ты ему об этом напиши, чтобы там не было ебани никакой, чтобы, блять, джаги были обе. Ауры, чтобы были разные у вас. Не, не может быть, у меня все разные. Смотрите с пула аккуратно, на пулов нет почти. Т5. Там у тебя человек новый абсолютно. Я вот тебе про что говорю.
А чё, еще одного человека нету, ну, да, в рейд? Да Витя должен был бы зайти, но он Виша покажет. Нахуй нам человек, мы так убьем. А хантач не хотите без снайта? О, Витя, сейчас слышу. Это, блядь, вечерний статик. Витя, блядь. Витя АФК. Так, а дай продукс ты... мне столик, блядь. ТРС-25Г, ну, если упадем, нахуй, о, заебись, красава. Пожрать, сейчас я заряжу, сука, не то. Ходю, заряжу, кинусь. Нихуя, это что ты, это ты серегу так заряжаешь? Но. Нихуя ты, блядь, прилив сил, блядь, маски юзает. Ну, он в мага, короче, спекнулся. Керус, ну ты никуда не заходишь, ты остаешься сюда, сука. Керус, там самое главное, чтобы, ты знаешь, да, маленьких оттягивать от большого. Если не расти будет, будет увеличивать дамаг и хп свое. Будет хуёво. Там лутер, лут поставь, там, то выпадет, блядь, спиздец чешку нахуй ливну с гильдии, блядь. Всё, все да, это... мечтаю уже 10 тысяч. Дартис, ты тут? Из... И неаполитан. РДДшники, РДДшники, смотрим Woman, блядь, на агро большого. Как только агро на нем набран, там 20 там, тысяч, не знаю, там кулидринка наберет, сразу его зергаете. И только в конце уже маленький трэш. Приоритете большой для вас. Все готовы, дают что-то. Где он, блядь? 90 градусов, поворачиваемся. Стелси, как дела у тебя? Не сгорите, аккуратно сами. Лужа исчезнет, будешь ставок юзать. Отводи их дальше. Маленького забери. Помогайте таунтить маленького. Консилятор, кто там есть. Дальше отводи или что, или хуй получается так, да? Так, Вадикон, ты можешь поди спалить цвету? Могу. Ну, на третьей фазе, наверное, сейчас как бы похуй. Перебегаем на ту сторону. Блять, проебал походу. Да. Падаем. О. Падаем. Бидон стоит с Хан Зломанович. Потому что я... вот... Вот где не дал барабаны. Я подвис на метеоре. Бывает. Ты Стелси два раза дал. Три же. А, два раза же сдохло от метеора, все правильно. Да? Не видел просто. Ломаныч. Синхан. В чем проблема из-под метеора выбежать? Радиус подвис. Метеора. Подвис. И кто стоит вот так вплотную у босса? Че, блядь? Все мили кинул. И Кирус чуть дальше оттягивай сразу трэш, чтобы они не возвращали. Поставьте гитбанк, чинитесь. Ребята, милики, у босса фрейм здоровый, можно чуть-чуть назад отойти. Поставьте кто-то гитбанк, есть такая хуйня? Кто мне забагался? Да на, подставил. Да вот рыба. Такс. Когда метеор, надо смотреть на площадку, куда он падает. И РЛ про как бы проанонсил все правильно. Метеор на танке. Танк 180 градусов. 90. Этим не знаю, как ты стелси, но я просто во время метеора просто камеру вверх поднимаю, чтобы видеть, ну, головы свои там всех. И куда он падает, туда и смотрю. Приставал, да. Этот самый. Милики. Вот сейчас один раз покажу, блять, как далеко можно стоять от босса. Откуда автоатака достает. Все, проверка будем, блять. Into products. Сейчас, ману, подождите.
Ну, кстати, на Фениксе, на Ларе такая же фигня, когда он, блядь, на второй фазе. Не все скиллы работают на рейндж автоатаки. Ну да, да, не все. По возможности там. Например, выстрелы жезлов. Ну, по дистанции скиллов просто подходишь. Five, four, three, подходишь, дал скиллы, дальше отходишь. Что за хуйня? Выравните нормально. А, пизда. Да не, он праведное не включил на танке. Он праведное не включил. Ну что это было? Кирус, лезь не Святоса, быстро. Блять, кто диспелит? Да. Стелси. Ну чё это такое, блять? Падаем, в лужу заходим. А, да. Рыба еще стоит? Да, стоит. Еще стоит. Это удача. Это саботаж. Стелси, у тебя что там за проблемы? Что ты делаешь? Тут вообще ничего не надо делать. Тут хапалы все хилят. Просто перебегать надо и все. У вас вообще два шамана, супер легкая хуйня, блять. Просто от метеора перебегайте и не диспельте нихуя. Быстрый шмель в рейд хочет. Нет, это в РБК там. Это РБК. Ты ёб твою мать. Завязывайте всякую вот эту, блядь. Вроде бафаемся, долго стоим. Сейчас, блядь, три, сука. Заряжу. Блядь. Батиурги, конечно, токсик, блять. Я знаю, почему все так происходит. Маслом, наверное, не намазывали. Че, убили Рыску? Да? Ну, не знаю, видите, салон. Заходи, пожалуйста, заходи, блять. 15 раз убили. Еще этот, блять, на урге. Пошлите его за сумоним, выйдите кто-то с собой. На урге сидит ядом брызжет, блять. Что у вас там за проблемы? Как обычно, IQ упало у рейда резко. Реактивные вайпы. После геймхэма. Блять, понимаешь? Что у тебя там, урги, блять, совсем пиздец? Или что, блядь? Да, я же говорю, блять, токсик ебаный, сидит ядом. Холи дринк, свет, керус, трэш. Далеко микрофон, что за хуйня? Ты сейчас со стороны послушай, хуйню какую-то несешь. Какую хуйню? Ну вот это вот IQ упало после геймхэма, что за хуйня? Ничего нет. Тебе надо, блядь, танка или хила создать, нахуй, чтобы пиздел поменьше. А еще и ролик. Ты мне опять залезешь? Да похуй. Да похуй залезешь. Похуй, блядь, да. Тебе вся гильдия его залезла, блядь. Только еще танчи и еще при этом рельных. А че от 15 секунд слава, пожалуйста, да? Я банал. Давай. Да, дай ты на 10. Что там, кто у нас? Да, вроде все здесь. Давайте убьем, уже там поезд меня ждет. Все готовы, давай, ага. Ночью поезд ждет. Это неожиданно. Ну чё? Да кто-то ёбаный, раньше танка, блядь, не бегите просто и все. Кто-то бежит нахуй. Нахуя вы бежите, опаздываете, хуй знает. Не бежать, не двигаться нельзя, не хилить, нихуя нельзя делать, блядь. Метео. Вот отсюда примерно автоатака настоял. Да.
Дальше отводи трэш. Никон, уноси. Мелкого с подбосса. Понесы. Юля зашла, заходи. Керус, Войт и все остальные, кто в свету, в кружок. А Продакс с обновимка по-братски? Войт в кружок и Керус в кружок. Метки коряво поставил немножко. Жандис. Надо одно. Заломаныч. Ну алло, вы чего? Не, Диман, я там это по карте смотрю, просто хуёво. Я думал, ты уснул там. Не, не, все нормально, все. Не обижайте Заломаныча. Че там по проценту? 55. Чем после вторых не забыл? Да. Дартис, выноси. Рарник, ты там с голосом во тьме. Выходим. Бля, куда вы ушли? Продукс, как дела у тебя? Чё, блин, сука, встать сбоку не можешь? Хэлла, выноси. Метеор. Иди спалишь его, бежишь там. Синхан, Риса и Мага. Чё с тобой? Как обратно убежим. Полагает. Живой огонь. Миндер кто-то просит. Ну, уже дал. Метеор. 70%. Не бейте. Во тьме стопнуть. Синхан, рисай тут с этого продукса. Встал. Мэтт Фокс. Ебать. Другим на хп. Стелси. Стелси неси. Ты несешь метеор. Метеор. Господи, что же. Что вы тут кричите? Что происходит, да? Один кто-то, пожалуйста. Я застрял тут с этой стороны. Сами там смотри. Живой огонь играем все. Хэлла вырвался. Хэлла после этого в тьму. А диспельте Хэлла, кто может там. Диспел. После этого в тьму заходи. Там поможешь. Не знаю, что метеор там. Метеор сейчас будет. Метеор. Ебать, он в жопе, босс. Блять, это под меня, это меня, моя вина. Блять, дикон. Думал, успею добежать до вас. У нас нет хилов в зоне, все отлезли. Да, все падаем. Я хуй знаю, кто там. Чё, кто там виноват во тьме? Я. Я, когда диспелил стелс, я на подморду несла, я там застрял из-за метеора. Стоял на обратной стороне. Сейчас решил прибежать и не добежал.
подожди секунду. У нас, у нас сначала получается кто? Призан умер от лезвия. Потом Мардаун Джандис. Да? Внизу же оба, правильно? Да, оба я умерли хуй от... знаю, как попадает. Оба умерли от лезвия. И кто-то еще сдох от лезвия. Я не помню. Надо по смертям смотреть. А там, блядь, сейчас я по башке попадал. Кто сдох еще от лезвия? Во тьме плюсуйте. Это вы бест так хотите, я понял. Кто-то еще был, я не помню кто. Ну, много людей от лезвия. Много это, ну, блять, как? Дартис сдох? Дартис как сдох? Я тебе озвучил, кто точно. Про остальных? Да, Дартис, да, по-моему, тоже на лезвие. Ну там кого-то... Не, подожди, не торопись. Там кого-то в лужу затянуло, потому что сдиспелили хуёво. Кто диспелил? Там кто-то сдох. Вот я тебе сказал, кто точно умер от лезвия просто. Ладно, Дартис отменим. Да, и друг инвалид умер тоже в луже, да. Ну его сдиспелили, и он затянул их туда, да? Значит, ну, там кто-то сдиспелил хуёво, и там затянуло Дартиса и друид инвалида. Вот они вдвоем умерли. Стелси, ты тут? Ты не Благодарю. Только вышел, дыхание было не сразу, как ты вышел, а ты вышел и стоял там нахуй. Прям в ебле босса. На видео будет все это видно. Должен сразу стать 90 градусов перпендикулярно к боссу. А не, все, ладно, не давайте, стоять. Давайте быстрее побафлимся, новый пул. Блять, это мы сейчас опять будем между пулами 10 минут. Ну, будешь торопиться, тоже будешь потом еще раз пулить. Да. Так что, блять, бафайтесь, включайте неистовство, всю хуйню. Просто надо как-то это быстрее делать, а не 10 минут стоять и, блять, между пулами нас. Босса, не трогать даже вообще, пусть Холи Дринк его сразу поставит. Сейчас вы звездочку сидите. Срочно, нахуй, 5 минут. Даже на пулы не сдавайте. Блять. Жесть. Ну что, мы 5 минут сидеть будем? Так, значит, давай его пока кикнем, чтобы пульнуть. Значит, в тьму пойдут Бидон, Стелси и Друид Инвалид. Так. Уже переиграли Стелси. Слушай, что говорят. Хэлла в хила спекнись. Поможешь мне тут свету. И давай еще Мэтт Фокс на подстраховку спекайся в хила, во тьму пойдешь. Так, Хэлла, я тебя сюда перекину. Друида инвалида, вот так. Бидон, Стелси, Друид Инвалид и Мордаунд. В четыре идете во тьму. А мы в свету остаемся с Хэлла. Мэтт Фокс. Че, он спекнулся там? Сейчас отъестся. Все, готовы. Готов? Давай. Вот стойте и не шевелитесь, вот как звездочка. В тьму, да. В тьму еще раз. Бидон, Стелси, Друид Инвалид и Мардаун. А хотя и Мэтт Фокс, давай. Мардаун тогда в этом свету будь. Со мной из Хэлла. Ну ты прикалываешься. Ну что-то 7 хилов. Плюс ПСК. Да, ПСК это похуй, я в Т4 сейчас хилю. И кто там, моя Дитка? Выноси магу. Метеор. Сам тебя продиспелишь. Сейчас я мать дай себе. Я в Т3 захожу.
Нет, мордан, ты же сказал. Нет, я имею в виду попить фазу, которая... Нет, ты не заходишь в ХВ, пускай забьет. Короче, Бидон, Стелси, Друид Инвалид и Мэтт Фокс. Два Эрдру, два Эршама. Во тьме будете. Танка не проебите там. На диспеле Друид Инвалид. Прибежали, метеорит. Метеор. Рано сказал. Он сначала должен соносить босса. Но у меня ДБМ наебал на него. А ты наебал нас. Ну, а сегодня будет ДБМ чуть реально. Этот, значит... В принципе, там их... Зайдешь. А продакт сорвал, забери обратно. Босс, не, этот моб не таунтис, если что. Только агро забрать нужно. Да, просто не все мобы ушли, я ждал. Керус, синхан на лестни. Быстро, быстро, синхан на лестни. Быстро вставай. Куда вы ломитесь вперед танка? Заходите. Пиздуй, синхан, почему? Ну и все, и хэлла, выйдешь ты третьим нам на помощь там в конце. Стелси неси. Рарник голосом командует во тьме, если кто какую хуйню делает. Или урги, я забыл, блядь, что там есть. Лезвие, смотрите, она крутит, двигайтесь. Рана крутить начала. Шли. Да. Вайп. Падаем. Здесь спалите в рейде прям. Заходим в тьму, дохнем. Подъебало, просто забегите, да и все. Чё у вас, нахуй, совсем, ну, пиздец. Ну, Ивилаша рана крутить начала и не догоняла лезвие. И рейд, короче, за ней побежал и сдох. Надо было подождать чуть-чуть. Лезвие вы прошли и все. Джандис пришел обратно. Ну и все. Все, заходим. Так, и обратно, да? Спекайся. Да. Так, обратно. Это Синхан, у тебя он. Че у тебя, блять? Так, значит, получается так же. Мордаунд, Джандис и Друид Инвалид в тьме. Два шамана и его это свету. Фокс обратно в сову. Ставлю руку. Вылетел кто-то. Синхан вылетел. Можно крест по престам, пожалуйста? Тебе крест куда поставить? Можно возле... Ну, на голову. Можно на... Я найду кучку. Короче, попозже вышлем тебе. Че, ждем его или пуляем? Я предлагаю мордаунта отправить в кресты. Лава. Да, бабана. Кого? Кого ждать? А, он все зашел. У нас теперь звания, да, поменялись? Ночной дозор и Сибирь. Ну там. Мордаун, чё там? Крест, блядь. Ну я не знаю, блядь. А 6,5 вредит, даже на 5 вот. Ну. Ой, разбафай кресты им, блядь. Что дает, чё-то. Хорошо? Да, да. Вижу. Вижу. Лучше ПМК мне дал. Не пизди, я дал.
Метеор. Не флуд. Выноси, шаман. Метеор. Сначала трэш доиграли. Все, Юля заходит. Юлю сбрил. Хилы не зашли за ней просто. Падаем, хули. Падаем. Заходим, падаем. Долго трэш переводили. Почему долго трэш переводили? Сначала трэш, долго трэш потом... переводили. Сначала трэш, потом портал. Трэш убили, там зашел. Ну, я имею в виду, надо было просто стопнуть по боссу. Слушай, ты нажмешь? Ну проценты, наверное, только один я вижу, нахуй, во всем мире, нахуй. Я на боссе, нахуй. Шаман, зайди в портал, умри. Бля, да что вы делаете? Все, можно заходить. Юля, ты зашла, не зыбку не дала, что ли? Или зашла рано? Она, наверное, не пожаловалась. Она под незыбкой, там бы точно не сдохла. Ну, в один метеор мы не переводим, нахуй. Так что надо стопать. Есть проценты, такая хуйня на боссе. Есть циферки, есть проценты. Если у кого-то есть аддон на проценты и голос в DC, можно сказать, блин. Или вы ждете, когда я скажу, нахуй. И ни у кого не видно проценты. Или как, нахуй, как понять-то, блядь? Я тебе скажу, там в обоечных настройках можно поставить и проценты, и хп. Ну вот. Над головой твоего, как говорится, оппонента. Ну, не оппонента, а цели. Подсвечивается. Не, у меня аддон какой-то. Ставлю стоит. Рыбу. На эту хуйню. Вот рыба хавать. Ставьте джесса, пожалуйста, код же. Да, вон он стоит. Да, я вижу. Двое вылетели. Орги, синхан вылетел. И свято. Это что, продолжение этого взломана? Угу. Ой, мне так нравится. Ай, Лёха. Убиться в задницу. Ой, нравится. Слава, что там рассказывают, ты песни пел там, блядь. Ты знаете, вспомнилась так эта музыка из детства. На вечерний мэр. Из детства такая музыка? Нихуя себе, у тебя в детстве мордаун было. Слушал. Блядь, реконнект, короче. Hello, Синха. А чё, у нас никого нет? Был. Никого нет посильнее, типа, блядь. Беску-то будем убивать. Походу без Бески. Надо продать. Посильнее кого? Ну так, блядь. Тебя. Я тоже в главное меню выкинул, да? Да, без меня. Выбор. Да, посильнее тебя кого-то донайти, блядь, и всё. Чё, Синхан зайдет, нет? Чё тувара? 24 тысячи. Или без него пуля? А чё вот этот вот еврей, нахуй, он вообще хули он дис пишет? Ну, он на работе, я так понял. А чё у него на работе, блядь, дис хуярить можно? Чё, нахуй? Ну, почему бы нет? Запрет. Я запрещаю.
запрещаю тебе какать. Престобав. Все готовы, давай что-то. Метео. Там маленький огонек под боссом. Дартис, вынеси. Метеор. Стоп. Стоп, ДД трэш. Не бейте босса вообще. Диспел, 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 диспел. Да, вижу. Я продиспелю. Переводи. Юля, заходи. Заходите. Войд и все, кто остались в кружок. Мардаун. Я забыл, что я во тьме сейчас тусуюсь. Я в ахуе. Дарти снеси. Интересно, что надеюсь, не прокол? Сейчас прокол. Нет. Пиздец. Блядь. Крутит, двиг, двиг, крутит, двиг. Бегите. Крутимся. Сова. Блядь. Она сама пиздец попала на подлезье. Ну это кринж какой-то. Пиздец. Да его не надо крутить, он же проезжал, все нормально. Конечно. Что? Эвилаша, рано крутишь. Да хочет, пусть крутит. Просто она от лезвия. Просто... Ну это прикол. О, господи. Боюсь, он здесь не поможет нам. Христос воскрес, блин. Боюсь, он воскрес. Вроде каждую неделю ходим, блядь. Что-то сегодня такое странное супер случилось. Как ты говоришь, IQ уменьшилось, когда в ГМХМ сходили, да? Упало, упало. Да. Ну а что, ты не видишь, блядь, реально IQ упало? Упало, это член, раньше... член падает, IQ уменьшается. Вот били, били раньше эту хуйню, все нормально было. Вот сейчас вот что-то... Блять, ты... лезвие не так, блять, там диспелы нахуй. Ну чё, не IQ упало? Ну то что не будет. Раз в 4. А кто виноват, хуй? Кто виноват? Это все ебучий ГМХМ, уберите его нахуй. Думаешь? Отвечаю. Я кто сдохли. Ну сейчас. Вот так она умерла. Танк упал, танк от лезвия, и упали все остальные. Стоп, пока минуту. Типа сейчас вот эта АФК начнется нахуй и все, вы сможете забыть до вторника нахуй. Я предлагал никто бы. Я, блядь, не... Да и хули нахуй, ну сходи, блядь. Там был ДПСер что ли или чё, блядь, на БС. Один вообще с ночного рейда там был. Можно было сходить просто в ГМХМ и сразу БС. Все, блядь. В БС-ку, еще раз говорю, не было ДПСеров. И туда нужна проходка, это два. Так после ГМХМ это появились ДПСеры. Ну блядь, да, где Гоша, они нахуй? У нас один... один... Да все, не обсуждайте, знаешь, эту хуйню, мы, блядь, бьем важный рейд. А, так и наша, наверное, это, вылетела просто. Вот она и умерла. Скорее всего. Ну-ка, напиши. Ты, Юля, напиши, ты вылетела или что, или где ты? Да, скорее всего, дисконнула ее. Ну.
Отними, короче, ГП. Мы сегодня пол зломана, блин, пригорели. Так, ну я даже не знаю, нахуй. Как что делать, нахуй. Ну чё, бьём, у нас ещё час есть. Мастер на хэпала или на ДКшника. А я тогда могу потанчить ему нахуй, если такая проблема. Анабуливать кто будет. Да не, нормально. Да и в рот ебать, похуй вообще. Угомонитесь, всё. Без напула справится. Не справится. Давайте. Рарник. Приста баф, инту там разбафайте, блядь. Где рарник? Не знает. Пиздец, блядь. Рарник. Бля, чего так был? Пиздец, тебя одного ждем. Да? Ты всегда не принимаешь готовность. Сворачивается, наверное. Монополию играет. Скорее всего. А это чё? Да чё это? Хуй это нахуй, ёбаный в рот. Блять, я приход не нажал. Стоячий, да? Ну, в натуре, блядь. Просто людей в жопе шило, нахуй. Вот они, блядь, и дрочатся, нахуй. Поэтому босс на них идёт по КД. Метео. Оу, бежим. Оу, щит, I'm sorry. Сорвёшь Зломаныч. Босса? А чё, а чё мы дамаг получаем? Какого босса ты в пламя играл? Потому что живой стоит в проеме. А. Потому что... Можете убить его. Мелкого заиграл. А продакс... Я уже. Метеор. Топните по боссу, сыграйте в трэш. Блять. Блять, серьезно, вы, блять, сгорели нахуй? Да. Ёпана, с выключенными мониторами все играют? Просто минус 4. Минус 4. Ну, меня метку не прокилили. Кого ты, блядь, так же в пламя захуярился? Он упал, да, вон, фу, блядь. Ну, он просто побежал дальше, поэтому не хватило сила. Заходим, падаем. Я... Он 2 или 3 тика пламени получил. Ну да, вот он и умер один, просто. Один, который я себе прохилил. Да я смерти смотрю, блядь, у тебя минимум 2 не, тика, ну не, что ты мне рассказываешь? Сейчас посмотрим. Все, можно заходить. Пылающий огонь. Раз. Вот, 11, 800, 12, 700. Тёр, раз. Два. Слава, я понял, короче. Я говорю, это саботаж, ну. Да, саботаж? Кто саботирует? Да все, блядь. Все? Ага. Фокс, ну, это не саботаж. Там Лёха, не подначивай, блядь. Это какая-то расслабленность, не знаю. Их узнает. Скажите, куда мне зайти, чтобы мы убили этого босса? Можно как-то решить эту хуйню? Да, Юля, блядь, танчить не хочешь? Это, давайте что-то сделаем, проблема. Потому что я рот ебал, нахуй. Ну, эту хуйню. Убивается босс с первого трая, нахуй. Надо просто еблом не щелкать, блядь, и нормально делать все. Пиздец, там все очень легко. ДПС, блядь, на... У него ХП в 2 раза больше будет, мы его убьем, блядь. Вы, блядь, ну, хватит, я хуй знает. Дрочите, что ли, ничего? Не на ДПС играйте, а на ёбаный этот, на выживаемость. Это баф. Почему нельзя, блядь, нормально сыграть? Кроме этого. Кроме кого? Кроме неаполитана, наверное, все убивали, блядь. Эту хуйню галимну. Орги, рарни. Орги. Да здесь я давно. Не беги, не бегите, стойте, пусть пулит. Вот теперь пошли. Мардаунт.
Метеор. Сразу не бейте этого пламя. Что бейте? Маленький подвод. Неопольтан. Метеор. Может сразу большого бить, я не понял. Юля, заходи. Вы найдете лишь страдания. Заходите. Входите, если посмеете. Слава, ставь. Да я, блядь, забираю, жду, сдохну, блядь, от клива. А продакс даем. Дарте, сына. Сука. Наш сектор, лезвие. Че по проценту? 58. Наш сектор лезвия. Урбите. Минус. 53, 52. Да, вставалки юзайте. Быстро. Отбегай сюда. Сейчас будем выходить. Кружок. В кружок отбегай. Кружок. Ты видишь кружок? Кружок. Вышли. Кирус Дартис ресня. Хули дринка надо хилить. Охуеть. Охуеть. Я уже все прожимки отдал. А чё у нас? Где свет хилы? Да я, блядь, не успел, нахуй. ГП, нахуй, ебан. Саботируешь рейд, блядь. В натуре. Чё, у вас там места нету? Есть. Плюс. Как умрёте, скажу. Как они там сдохли втроём? От лезвия. Сбрило лезвие. Все эти трое от лезвия умерли. В тьме, да? Не, Политан стелся, ну, да. А третий кто Дартис, да? Да. И себе не забудь. Кинул уже. Если такое дело, я еще зайду на видео, посмотрю, как вы там сдохли. Человек 10, нахуй, на лезвие. По полтиннику еще въебу. Все 10, 3 человека. Там 3 человека, да. Не сейчас, а до этого трое были. Я все трое посмотрю, нахуй. У лезвия фрейм большой. Так. Бортаунд. Я что с пулу говорил? Первый пул был. Что я говорил? Встаньте с рыбы. Это когда Ромы не было. Когда с рыбы отойдите. Все так же. Когда первый пул был, были все, блядь. И мы потом пулов 5 сдохли. Что где я говорил? Где какие хилы играют? Кусак убери. Сейчас говорю, когда Рома был... Я стоял во тьме вместе с Ромой вот. И с друидом-инвалидом. Стелси. Когда Рома вышел на 5 минут, ты сказал, меняемся. Этот, все, этот самый Стелси. Ты тут? Где хилишь? Там еще Боди присоединился. Я здесь уже. Определи его, куда. Да свет его куда еще? Свет на пулю. Это же на пол. Свет на пулю, как обычно. Этот самый... Кто там? Стелси тут нет.
Трэш, трэш керу сдержит, я в тету танчу. Блять. Мне просто интересно, DC вообще нет? Стелси, ты тут? Прием. Да вон тебе написал, что... Ты не заходишь в тьму. Уже не заходит. А, то один трай был, когда Джандис отошел. Слава, готов? Повторю еще раз. Во тьму заходят Джандис, Мардаунд и Друид Инвалид. Бидон туда заходит только на фазу, на вторую, и потом выходит на третью. Стелси, ты вообще никуда не заходишь. Все готовы, дает сейчас. Не бегите, стойте, пусть спулят. Дал ПС. Лилаша, у нас есть. Метео. Что за оглушение? Ты под хвостом слишком близко. Маленький подбосс. По кузам пробегал. Ну там бывает. Поздно пробегал. Лилаша снова. Что, поднимать его? Керус поднимаю. Может, этот инвалид поднимет? Да. Ему некогда будет потом резать. Метеор. Вот он как только говорит небеса в огне, сразу надо перебегать. То позже на секунду бежит, они ловят этот стан от хвоста. Маленький подбот. Босса стопните, сыграйте в кэш. Все, переводи. Юля, заходи. Заходите. Слава, уйди в кружок. Дартис. Наш сектор. Откручивай. Отойдите, отойдите. Invisible. Керос, Бэр. Ну куда? Че попротну? Может, что-то изолит уйдет там это? 55, 54. Да, извини, наш сектор. Канцеля. Вадик, он когда выйдешь, будешь Блитфокс резать. Вот вышли. Метео. Повесуем от Фокса. Поднял. Вот Фокс, блядь, где ты? Лилаша умерла. Чё там, не прохил или чё? Подыч. Мне показалось лезвие. Ваншот был. Она лезвие поймала.
Заходите. Юля, у тебя что? Ты напиши, если, ну, я хуй знаю. А, лагает. Да. Зайди на танка. Зайди на танка. Видишь, её выкидывает. Зайди на танк. Да? Да, сейчас зайду. Выкинула. Сейчас зайду, братан, на туре, блядь. Короче, я опять просто выкинула. А хилить кто будет? Найдем. Вторую друиду. Не, ну типа, как по мне, джанди с друидом валидом справляются сейчас прям спокойно во тьме. Там они, ну... Ну, я могу похилить в свету. Типа, я могу просто в Т5 пригануть, и там... Ну... Спекай, Селё. Ладно, всё будет. Сиди диспейли. Это кто, блядь, пиздец? Блядь, я просто знаю, кто это говорит. Да, друид говорит. А, пойдем, будем захиливать и отвлекаться на. У вас паладин есть, да. Два паладина. Единственное, что меня волнует, будет ли хватать у Славы агро, чтобы внизу держать. На медведя должно хватить или на ДК? На ДК думаю, хватит. Не знаю, хватит. На медведя может. Ничего, блядь, 10 секунд почилите, нахуй, не проблема, нахуй. Ну а ты. Плюс на пулов посчитай вреди сколько. Ноль на внизу, внизу, Слава, внизу. На пулов сколько там? Внизу ноль. Схуяли ноль, нахуй. Ты что, курнул нахуй или что? Все блядь? Зайдут, кроме одного танка и хила там и что-то. А на последней фазе. Ну а так нахуй, они напулят на последней. Агро. У тебя что, блядь, агронабор больше, что ли? Я сейчас, ну, посмотрю. Ну, я сейчас смотри. И вилашу по агро догонял. Ну так ты стопай. Когда она вылетает, ее догонял. Может, из-за этого ты догонял, блядь? Не знаю. Не могу сказать. Блядь, сейчас узнаем, нахуй. Да, дайте рыбу нормально, это багнутая когда. Оман есть, нахуй. Ну, если забагался оман, значит. Ну, сколько... кстати, да, внизу часто багается. Че, рыбу ставить? А забей, не ставь. Он я нахуй вертел ее. Что тыкается, я не знаю, что это там. Бафта не висит. Ты подошел, тыкнул я. А, о. Да, там бывает просто ФДК своей косы. Они до сих пор косу эту починить, блядь, не могут, ФДКшные. Слава, я за тебя сейчас, короче, спекнулся в хила и буду в свету. Ага. Войд дарте. Что там сейчас марш. Ты ёбаные, блять, говно ебаные. Нарти, все готовы, дает счет. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. У вас шило в жопе. Никто не бил, кроме тебя. Да не важно, бил, не бил, надо просто выравнивать. Не, вы че? Просто криво прыгнул, и всё, не знаю, что. Да, и он сразу на вас пошел. Это не от этого, дядя. Да все нахуй. Ничего. Кто-то классно очень метеорит разбил. Неаполитана продиспелили, там некому, да? О, спасибо, блять, он не вышел. Охуенно. Ай, блять. Бидон, зачем ты диспелишь? Да он не вышел, тут даже дело не в бидоне. Он само диспелился. Да бидон то здесь диспелил. Так а зачем диспелить? Сказали, ну так рано или поздно оно бы все равно появилось на всю комнату там. Сам себя не может ЛМ диспелить. РШАМ может, а ЛМ нет. И Энх не может.
Это магия и проклятие одновременно. Что он в рейде стоит, поэтому его не диспелят. Кому ГП Мутфокс? Кто не вынес? Кому? Не этому, вынес. Не Политану, бля. Да, Неаполитану, да. Короче, бидон забей, я буду сам с ними выбегать там. Блять, по-моему, если умирает челик от метки от дамага, он не появляется на луже. Не, срёт лужу. Я не знаю, бидон, но если умрет, он появится под ним лужа. На циркуле срало на всю арену лужу от таких, короче. Не, по-моему, не было. На моем сервере не было, не знаю, на каком ты играл. Он умирал, нахуй, лужи вообще не было. То есть, если его прям метка убивает. Он притон пришёл. Притон. Юля, ты в ДД. Вон, меняй нахуй. Неаполитана, блять. Дай ассиста, блять, что ли, я хуй знает. Заебал туда-сюда прыгать. Натури, да, нахуй. Бесполезный войт, нахуй. Давай, Неаполитан, иди почили. Притон плюсуй. И лети сюда. Пошли суманем. Просто суманем. Чё, Бритон. Ну там сам разберусь. Вспоминаются времена, когда мы только тратить начинали, да? Бля, как их отпиздить хочется, боже. Кто это такие? Полностью. Это просто отпиздить хочется, он опять сломается в ходу. Это на выходе. ПВП не ломается. Сам понял, чушка? Да. Да я даже не реагирую, забей просто. Ничего не говори. Забей, не надо.